Главная мировая новость пришла этим утром из КНДР. Пхеньян официально объявил об успешном испытании термоядерного оружия. Только что Центральное телеграфное агентство Северной Кореи распространило снимки, на которых лидер государства Ким Чен Ын подписывает приказ о проведении испытательного взрыва водородной бомбы. А около 2 часов назад Центральное телевидение Северной Кореи выступило с экстренным обращением. Сегодня успешно проведено первое испытание водородного оружия. Мы будем продолжать укреплять свою ядерную программу для того, чтобы защитить себя от враждебной политики Соединенных Штатов. Мы не откажемся от своей ядерной программы до тех пор, пока США поддерживают свою позицию агрессии. В столицах Южной Кореи и Японии сразу созвали экстренное совещание. Сеул объявил о повышении боеготовности войск, а Япония выразила КНДР официальный протест. Кроме того, сообщается о подготовке срочной встречи Совбези ООН. В России тем временем ведут тщательный мониторинг обстановки в Приморье, которая граничит с КНДР. Как сообщили в Краевом гидрометцентре, уровень радиации в регионе не превышает норму.